Давай, в трубу быстрей. Ха. Ну хоть тут-то я пересижу нормально. Чего? Чего ты о чем? Он что, ползать что ли умеет? Нет, он меня сейчас поймает. И добро пожаловать, ребятки, мы возвращаемся в игрушечку Ice Cream. Короче, у нас вышло еще, наверное, вчера, короче, какое-то обновление. В принципе, давай-ка посмотрим. Полегче. Так, значит, что у нас тут режим призрак, понятно. Потом режим нормально, режим тяжело и экстрим. Экстрим, рот ходит быстро, рот слышит все, у вас лишь одна попытка, ночи темнее. Офигеть, это дико просто. Окей, хорошо, в принципе, будем играть вот на нормально, значит все, поехали. Так, все, ребятки, я, короче, загрузился. Какого-то черта у меня главный герой не хочет ходить. Сейчас, короче, поднастроим немного. Так, все, маленько я поднастроил. Ну, короче, открываем дверку. Окей, что у нас тут изменилось? Так. Так. Не, он его морозит и... Не, ничего не изменилось. Окей. Все, окей, в принципе, ясно с вами тут. Все хорошо, сейчас ищем канат. Так. А, так это и хэллоуинское обновление. Все ясненько. Господи, я-то тыквы не заметил, ребятки. Офигеть, смотри, хэллоу. Хоррор. Хэт. Страшная голова. Прикольно, тут такой скелет на гитаре. Тут записки, погоди, записки, погоди. Че, записок не было раньше? Так, это точно Звездные войны. Люк Скайуокер дерется с этим, с Дарт Вейдером. Тут я не могу разглядеть, что тут. Та же самая, тут рогатка? Так, окей. Вопрос. Этот мальчик нуждается, окей. Хорошо, давай кинем ее, выкинем ее. В смысле, а, она не хочет выпадать. Погоди, а для чего нам? Давай попробуем стрельнуть. Я не знаю. Чё, для чего она нам нахрен? Ладно. Погоди. Не-не-не-не-не. Давай-ка ее вот тут сбросим. Мне тут будет более проще. Кстати, а тут этот хэллоуинские тыквы. Кстати, тыквы такие же, как это. Это же как бы тоже от мистера Мита. Игра, как бы тех же самых разрабов, поэтому тут тоже самые тыквы, те же самые. В принципе, спускаемся. Так, окей. Где мы, чё? Блин, ребятки, мы обратно-то можем залезаться. Ну-ка, ну-ка. Ой, как я не люблю. Ребята, я просто зря потратил камни на рогатки. Блин. Окей, ладно, хорошо, спустимся с рогаткой. Я так понимаю, если нас поймает рот, то мы будем использовать рогатку. Окей, в принципе, давай сюда. Так, вообще. Так, окей. А, спрятаться, да-да-да-да-да. Сейчас все спрячемся. Окей. Он, в принципе, не изменился. Либо на его фартуке добавились какие-то капли чего-то мороженого, скорее всего. А так он, в принципе, не изменился. Так, окей. Почему-то другую заставку можно пропускать, эту нельзя. Ну ладно, в принципе, не суть важна. В принципе, давай берем. Так как бы мне по его выследить-то? Да ёпта. Музыкой? Во-во-во-во, полегче, полегче. Почему ты... Охренеть, музыка немного изменилась. Музыку сделали покруче. Тихо. Уходит. Уходит наш дорогой дружок. А мы тем временем садимся и смотрим на карту. Так, значит что? Окрестности, детская площадка, гараж. А это что? Так, я не помню этого, вот этих домиков, хотя... Хотя, ладно, в принципе, поехали на детскую. Все, мы приехали, тут, в принципе, ничего такого. Окей.
Так, какого черта? Все, управление есть. Так, отлично. Где наш братец? Это что? Помни, если ты застрял, можешь получить доступ к окну трека с помощью верхней левой кнопки. Окей. Че? Погоди, в смысле? Кнопка, тебе ничего не нужно из... Че, бля? Погоди, че? Тебе ничего не нужно от этого автомата, погоди. Кнопки с газировкой, то есть напитки газированные тут. Это что? Тебе нужны монеты для использования этого автомата, окей. Тут тоже. Что закажем? Спрайт, колу, фанту или газированную водичку? Что ты будешь, Рот? Ты там где? Я буду, наверное, колу. Но она не выдает нихера. Окей, хорошо. Тихо. Это что еще такое? Это что еще такое? Так. Так, так, так. А ну-ка, 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 погоди-ка. Давай-ка пройдем. Ну-ка, мне вообще интересно. В смысле? Это что за вообще за байда такая? Погоди. Эти ворота давно не использовались. Их нужно смазать. Ты дурак? В смысле, я раньше тут нормально проходил. Сейчас как я буду проходить? В смысле, чем еще смазать? Как мне туда пройти? Охренели совсем. Ой, охренели. Разрабы, блин. Окей, у нас... Тихо-т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 ихо. Тихо, дядя. Дядя. Опасный дядя. Очень даже опасный дядя. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Давай в трубу быстрее. Ха. Ну хоть тут-то я пересижу нормально. Чего? Чего ты о чем? Он что, ползать что ли умеет? Нет, он меня сейчас поймает. Спасите, ребята! Он ползать умеет! Об этом ничего не говорилось! Не-не-не-не-не-не-не! Все, мне кранты. Ёб твою мать! О нет, вы были схвачены. Ой, ребята, это ужас. Он умеет ползать. Он умеет ползать. Я-то думал, я там пересижу нормально. Чё, как мне выбираться? Скорее всего, изолента сейчас нужна, да? Сейчас самый стандарт, да? Ага. Ага, ага, давай. Тихо, бро. Ёб твою мать, ты... Да иди нах, иди нах. Да в смысле? Отвали, старая... О, бабуська! Господи. Да в смысле, я не успел ворота открыть, уже жизни одна осталась. Охреневший тип. Круто, опять. Кстати, такой сценки не было по поводу холодильника вообще. И что, из чего мне выбираться, интересно? Ну-ка, погоди. Охренеть, он умеет, этот тип ползать умеет. Мяч для регби? А-а-а, вот оно в чем дело, окей. Ёб твою мать. Ты чё, охренел, дядь? А я тут, а ты меня не можешь взять. Через окно ты не умеешь ползать. Ты, разрабы охренели, они сделали все с ним. Нет, ты понимаешь? Они сделали все. Он умеет и ползать, и бегать. То есть я даже не понимаю, что за... Так, погоди, тихо. Тихо, бро. Ё-моё, ты чё, охренел, дядь? Бля. Бери канистру. Ёб твою мать, он меня заметил. Ну хоть мы побыстрее бегаем, ребятки, вы же это чуете? Вы чуете эту прелесть? Мы быстро бегаем. Давай быстрее, быстрее, быстрее. Ура! Так, окей. Ползем на детскую площадку. Все, ребятки, ползем на детскую площадку. Они... Этот тычок гад ползать умеет. Я-то думал, он не умеет ползать ни хрена, а тут он все умеет теперь. Окей. Хорошо. План таков. Идем. Погоди-ка. В смысле, этого же забора не было. То есть они как бы. Они сделали как бы, знаете что? То есть на харде мы спокойно проходили, как бы, и изи катали эту катку.
Сейчас же они тут заборы поставили, еще что-то нахуя. Бля, ты че, вы че сделали, разрабы? Они все перегородили, да вы что? Как я теперь буду-то бегать-то от этого дурака? Он теперь все умеет и бегать, и ползать по трубам. И теперь... Тихо. Тихо. Ой, он там. Можно под машину? Да ну тебя, ты что, меня заметил каким-то образом? Ты иди нахрен, дядя. Отвали от меня. Ой, сукин ты сын. Ползает он. Ёбаный свет. Бля, я его забаговал. Я его забаговал, ребятки. Вот тебе и новый баг. Всё. Ой, как смешно, да. Все, теперь я посмеюсь над тобой. Теперь я посмеюсь над тобой, паскуда. Что, застрял нахуй, да? Все, застрял, молодца, вообще. Сиди там и не рыпайся теперь. А я буду спокойно ездить, куда хочу. Эта кнопка ничего не активирует с текущей позиции. Какие рычаги? Где, ну-ка. Блядский рот. Какие рычаги? Да ты что? Погоди, давай вот эту, самые простые сейчас комбинации попробуем. Нихера подобного. Ой-ой-ой-ой, тихо, ты к этому гаду хоть не упади туда. Короче, мы его забаговали, все, ребятки, вот он в баге сидит себе. Только я не знаю, как он будет выбираться с другого как бы места, погоди. Все, пусть там сидит нафиг. Ой, погоди, а как мне туда-то пройти? Один вопрос такой. Может, багом каким-нибудь? Так, нет, что-то не хочет. Так, ты там? Да, там же. Все отлично, погоди. Труба, в которой можно прятаться. Охренительно. Охренительно. Можно от него прятаться, если что, на экстриме, если когда-нибудь я захочу пройти. Вообще, парковка, остановка. Давай. Офигеть, вообще. Не, я, конечно, в шоке, что он ползать умеет. Это самое ужасное, что он может. Ой, ужас. Может, это рогатка, кстати, это оружие от него? Ну все, тебя тут быть не должно, дядя. Я как бы тебя устранил. Так, этой комнаты я не помню. В смысле закрыто? В смысле ты закрыл ее? Ёб твою мать, он все-таки там где-то. В смысле закрыто? А как я туда попаду? Как я туда попаду, ребятки? Ну, мы чуть побыстрее ходим и более управления. Покруче, приветик. На. Ты иди ты нахрен. Отвали от меня. Все, до свидания. Так, я вообще не понимаю, где-то там наверху. Окей, значит, тут нам нечего делать, все закрыто, крепко-накрепко, и все. Бензин мы не набрали, машину не завели. Окей, теперь едем к кафетерию. Окей, кафетерий, хорошо. Что мы тут имеем? Что мы тут имеем? Так, это дверь вообще. Что это? Вы не можете получить доступ с этой... так какая-то дверь добавилась. Хорошо, бро. Тут картридер, понятно. Окей, так тут что? Это где-то хер гуляет-то тут? Вообще непонятно. Короче, если что, ребятки, вы можете баговать этого чувака на площадке. Куда ты зашел? В тубзик. Как бы мне его выгнать-то отсюда? Блин, ты чё, ты охренел по полной программе? Тихо. Что будете заказывать? Что будете заказывать? Я ну да ну тебя нахрен, ты чё делаешь? Ты чё делаешь, дядь? Всё. Как мы теперь будем выбираться? А, хуйня, тут всё, окей, ломик, ищем ломик, бро. Ты где? Великолепно, шедеврально, все, откручивай, отшиперивай свои вонючие гвозди, это нахер выкидываем. Все, уходим.
сваливаем просто нахрен со всей этой дури. И едем опять в кафетерий. Так, вот что, вот как мне пройти? Вот он все умеет. Так, окей, погоди. Вот ты гуляешь. Опа! Вы видите? Там еще какой-то замок. Там еще какой-то замок. Да вы что, ребят? Еще замок. Картридер. Паул. Да-да, приветик, приветик. Да-да-да. Давай, беги сюда. Да-да-да, все великолепно. Хорошо. Тубзики. Бессмыслен. Все, иди нахрен. Я не понимаю, вот смотри. Так, что у меня? Все, отлично. Окей. Сейчас мы этого дурака забагуем. Вот ту канистра, хорошо. Вот ты гуляешь. Привет, привет. Сейчас меня небось увидит. Ну, конечно, увидел. Все, привет. Да, 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 да. Давай. Давай, 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 давай. Давай. Я здесь, я здесь. Давай, 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 иди сюда. Сейчас ты заползешь сюда. Я аккуратненько выйду и забагую тебя. Да, 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 да. Ой, какой мало. Ты какого нахрен? Иди сюда. В смысле не забаговал? В смысле? В смысле? Так, 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 так. Опасно какое. Тихо, 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 тихо. Все, ребятки, я спрятался. Я спрятался в трубе. Но он, точняк, стал умнее. Точняк стал умнее. Там вот все дела. Где куртка искать? А, куртка, господи, я даже... В смысле? Да иди ты нахрен, сырич! Здравствуйте, я дядя Кот. Все, короче, давай, давай, вали, дядь. Не хочу уже, вот, ну все. Я не знаю, ребятки, я еще тут, конечно, побегаю за кадром, попробую вот поизучать все это дело, потому что тут еще какие-то... Бля, тут еще какие-то новые автоматы появились, в принципе... вся дилемма тут ясна в каком-то смысле мне. В каком-то смысле мне тут ясно, что делать, что не делать, но в принципе, знаешь что? Я думаю, пока мы на этом серию закончим, так как тут много мне еще чего нужно решить и потом вам показать. Так что на этом все. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, ставьте большие пальцы вверх. Увидимся, услышимся. Пока-пока.